О, всем привет, ребята! Я нашел решение на многочисленные ваши просьбы. Я записал пару видеороликов с проблемой, почему же ваш телевизор или приставка не заходит в аккаунт YouTube. Есть для этого 4 решения. Если вам интересно, досмотрите видео до конца, и я думаю, оно будет очень для вас полезным. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Так как вы понимаете, если вы впервые на моем канале, здесь не только обзор какой-либо техники, либо решения каких-то проблем там с iOS, есть еще такие с Android устройствами. На iOS устройствах хорошо, что и нету таких проблем, но на Android устройствах такое случается. Это может быть первая причина для того, чтобы решить ту проблему, если у вас Smart TV или TV приставка, неважно. Первое решение причины того, почему не заходит ваш аккаунт YouTube по учетной записи, это то, что вам нужно просто проверить часовой пояс, то есть чтобы дата и часовой пояс совпадал в том месте, где вы находитесь, и эта проблема вот просто решается. Второе, это нужно просто посмотреть в обновление, перейти в Play Market, и есть ли там обновление данного приложения, обновить, и возможно эта ситуация решится. Третий способ, это зайти в настройки приложения, найти YouTube, зайти в раздел кэш, очистить кэш, вам нужно будет перезайти в аккаунт, если вы уже ранее были, если же нет, это тоже поможет. Четвертое решение, это просто удалить приложение и заново его установить. Все, этого в принципе достаточно. Это работает даже на тех прошивках, которые не являются лицензионными. Я говорю за китайских производителей, да, они все еще существуют и все еще не особо качественные, к сожалению. Но это действительно то, что поможет вам решить. Сами попробуйте, отпишитесь мне потом в комментарии, помог ли я вам, если же нет. Я хочу вам порекомендовать другое приложение YouTube со своими сервисами. Вот по подсказке в описании, по ссылке в описании будет видео, как я это демонстрировал и как оно работает. Тоже очень полезное видео. А пока подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваши пальцы вверх. Для меня это очень важно, мотивирует записывать для вас такие видеоролики. Дальше больше, скоро увидимся.